Приветствую вас на канале SportCards. Сегодня у нас обзор Blaster Box по коллекции OPG текущего сезона NHL. 8 пакетиков в каждом таком боксе, по 9 карточек, соответственно, в каждом пакетике. Точнее, 8 карт в 9 пакетиках. Да, все наоборот. Вот так выглядит коробочка. Вот такие вот эксклюзивные желтые параллелки можно найти в данном бластербоксе. Вскроем несколько пакетиков, посмотрим на дизайн, посмотрим, кто попадется из игроков. Вот так коробочка выглядит внутри. Берем произвольные 2 пакетика. Так, собственно, выглядит пакет по данной коллекции. Джон Таварес у нас на обложке. И первая карта. Калин Эдисон из Миннесоты. Вот такой вот классический дизайн. Так выглядит обратная сторона карты. Такое в основном черно-белое оформление. Милан Лючич из Калгари. Это All Star, видите, подсерия. И здесь Джо Павелски, легендарный игрок. И здесь о нем интересные данные по его карьере. Ну а вот и параллелка. Это Энтони Манта из Вашингтона. Видите, как раз желтая параллель с желтыми краями карта. Это редкая карта, которая попадается только в бластер-боксах. Такой вот эксклюзив. Далее игрок Рейнджерс. Голкипер Нэшвилла. Еще один голкипер, на этот раз Торонто. И последняя карточка в этом пакете. Это Джонни Гудро из Калгари. Давайте еще один пакетик откроем. Посмотрим, что нам попадется здесь. Вратарь Феникса. Игрок Питтсбурга. Макс Дами из Каролины. И вот желтая параллелка в этом пакете. Это Шон Кутюрье. Филадельфия Флайерс. Судя по пустым трибунам, видимо, в пандемийный еще период снимали. Ну а вот, посмотрите, интересная карта. Это такая ретро-подсерия. Джефф Скиннер, представитель Buffalo Sabres. Такие вот ретро-карты. OPG одна из старейших линеек. Видите, обратная сторона сделана такая под картон. Такой прям гофрокартон. Так интересно смотрится подсерия, статистика игрока здесь. Симпатичная карта для тех, кто любит ретро-дизайн. Ну и для разнообразия тоже неплохо. Далее представитель Детройта, Монреаля и Анахайма. Ну что ж, вот такие карты. Собирайте карточки, приобрести можно у нас на сайте. Всем удачи, пока!